Ханты-Мансийском районе произошло ДТП, в котором 3 человека погибли. В 7 часу утра на С-120 километре автодороги Югра столкнулись «Газель» и «Хино». По данным полиции автономного округа, отечественный микроавтобус выехал на встречку. В результате аварии из 4 человек в салонах машин выжил только один. Пострадавшего госпитализировали. А на 499 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск за Салымом массовое ДТП. Столкнулись 3 фуры. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Все машины после случившегося вылетели в кювет. Обстоятельства этой аварии пока устанавливаются. В ГИБДД просят водителей быть осторожнее при движении по загородным магистралям.